Всем привет, с вами Артур, и сегодня я вам покажу, как отремонтировать пластмассовую деталь, когда не хватает кусков. Вот есть такой ветровик, значит, обломана часть этой детали и не хватает кусков. Для начала спаиваю все трещины. И потом собираю лего из кусков, которые я смог найти. Вот, составил куски, их тоже спаял. И после буду добавлять куски не из пластмассы, а заклеивать эпоксидкой со стеклотканью. Почему? Потому что здесь сложная форма, и пыкаться, выгибать пластмассу, сваривать, как-то мне показалось нерентабельным. Со стеклотканью и эпоксидкой это гораздо попроще. Ну вот, я спаял, затем зачищаю швы, чтобы лучше держалась стеклоткань с эпоксидкой, и обезжириваю. Затем при помощи широкого скотча, картона, я делаю форму этого угла. Вот. Изолентой хорошо, потому что потом не подтекает под низ. И вот что получилось. Вот то, что куски я нашел, спаял, и вот этих не хватает. Ну и, естественно, заклеиваю это все стеклотканью. Сначала вкладываю в нехватающие кусочки, чтобы там не было воздуха. И затем проложу по всему краю этой пластмассовой стеклоткани. Все это гораздо проще, чем сваривать, и быстрее. Ну, кому как. Может, кому-то варить пластмассу хитрых форм и гораздо удобнее. Но я использую этот способ. Итак, все склеил. Клеил в три слоя, грубо. Вот что получилось. Все это высохло, и я отклеиваю скотч и затем зашкуриваю, зачищиваю, шпаклюю и крашу. Крашу при помощи вот этой структурной краски для бамперов. Ну и вот готовенькая деталь, уже покрашенная. Ну а на этом у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои видео. Пока!